университета, художественный руководитель, заслуженный работник культурной республики Татарстан Гузель Гумаева. Сегодня такой хоровой праздник, и Пол Сарова привез такую необычную музыку, и вроде бы обычную, но свое вот какое-то такое исполнение и отношение к музыке. Давно не слышали хор «Дак» из этого замечательного здания. Спасибо вам огромное. Такая разная хоровая музыка. Вот видите, да, вроде как, ну, хоровая музыка, а она вон какая разная. И сейчас мы вам еще дадим сейчас другое исполнение, но вот наберитесь терпения. Валерий Гаврилин на стихи Ольги Фокиной. Черемуха. Все спит.
Thank you.
Я мол, сам усадить, я мол, сам.
аранжировку сделал Альварадо Бренда Лавелли. А вот кто он сказал? Давайте кукушка. Хорошо, кукушка. Татарская, народ, нет, я сын. Не так. Кустаньяхин. Oh.